Зигмара Габриэля в аэропорту встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с Сергеем Лавровым они отправились на конференцию городов-партнеров России и Германии, которая стартовала в кубанской столице. Основное внимание направлено на сотрудничество между регионами двух стран, от экономических связей до культурного обмена. Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края за оказанный нам теплый прием, гостеприимство. И очень приятно, что у меня есть возможность вместе с руководством края, с руководством города поприветствовать здесь моего немецкого коллегу Зигмара Габриэля. В нынешней ситуации в Европе, когда отношения между нашими государствами переживают, давайте прямо скажем, не самые лучшие времена, такое деполитизированное сотрудничество – важное подспорье в деле поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания между народами и странами. По-прежнему мы открыты для тесной координации усилий в интересах укрепления европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность. Открыты к совместному противодействию глобальным вызовам и угрозам, прежде всего, конечно, противодействию международному терроризму и экстремизму. Вопреки всем политическим трудностям, которые существуют между нашими странами, насколько прочны и широкие отношения между людьми наших стран? Первый факт связан с тем, что когда немец, который приезжает сюда, в Краснодар, впечатлен экономической динамикой этого региона. То, что международный форум проходит на уровне руководителей Министерств иностранных дел, говорит о сближении в отношениях двух стран, несмотря на неустойчивую политическую повестку. В этом нуждаются жители обеих стран, заметил Зигмар Габриэль. Поэтому необходимо развивать сотрудничество на уровне городов и районов. Важно, что взаимодействие между Краснодарским краем и немецкими городами-побратимами и в целом Германией не ограничиваются только культурной сферой. Они давно уже перешли в практическую плоскость. Первый в России зарубежной компании, с которой был подписан специальный инвестиционный контракт, была немецкая компания «Класс». Это говорит о качестве наших отношений, нацеленных в первую очередь на результат. В Краснодарском крае регулярно бывают бизнес-миссии из Германии, и мы ведем работу по улучшению делового климата, делаем все, чтобы инвесторам было комфортно, удобно и уютно в нашем регионе. Уверен, что и сегодняшняя конференция – еще один шаг к укреплению наших деловых и дружеских отношений. У Краснодарского края с Германией давние партнерские отношения. У Краснодара, Геленджика и Сочи есть города-побратимы в немецких землях. А внешнеторговый оборот в прошлом году между регионом Федеративной Республикой достиг 180 миллионов долларов. Конференция городов-партнеров России и Германии продлится в Краснодаре до 30 июня. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.